Друзья, добрый вечер. Наступает мое время. Вот. Поехали. Мы с вами присутствуем на очередном вебинаре номер 172. Так. Значит, напоминаю, какие проблемы на носу. И учтите, это учеба. Если я вам показываю Сергея Железова, то вы видите качественные черенки, отрезанные по такому принципу. Остается обычно 5-6 почек, 2-3 спящие. Они тоже проснутся, но они, как правило, не то что неполноценные, но я их называю второй сорт. А верхние, допустим, 3, разовьются вот в такие же ветки. Чуть-чуть короче. И так год за годом они вот еще короче, еще короче. И однажды это дерево в возрасте 6, ну, скорее всего, 7-8 лет станет непригодным как маточное, но при этом оно перейдет в разряд, как бы их назвать, ух, я не туда заехал, извините. Оно перейдет в разряд уже, нет, они еще останутся маточными. Потом сильная обрезка. Не ниже, чем трехлетняя ветка, чтобы выросли снова ветки, опять длинные, но все же из почек, а не из клеток. Помните, я говорю, что у деревьев есть запасной вариант, который, кстати, выдает их божественное происхождение, необъяснимая наукой. Вот каждый раз отклоняюсь от темы, да? Представляете, клетка, из нее вырастает корень, штамп, скелет, потом листья и плоды. Из клетки. Вот маленькая клетка, там в центре, помните, что? Да? Ядро, протоплазма, оболочка. Вот. И вдруг ни из этого, ни зернышка, где находится в середине это, зародыш. Нет. А это исключает происхождение по Дарвину. Остается альтернатива, что атеизм – это не наука, он так научный атеизм, а научная глупость. А вот она истина-то где. А мы этим пользуемся. Но мы должны пользоваться сознательно. Поэтому если мы режем метку, прирост последнего года, предпоследнего еще один, вот здесь дальше уже туда нельзя ниже. Потому что там уж точно они будут практически все из клеток. А это опять второй сорт. Видите, сколько я наговорил. А рядом вот эти вот. Это он резал, это я резал. Да, те же самые венгерки, но я их вам продаю. Сегодня продал, привет Красноярску, ни фамилия, ничего не знаю. Приходит человек, заказывает 6 черенков, 3 абрикосовых, 3, сказал, венгерки. Вот они, венгерки. Вот. А почему? Потому что он меня давно следит, и я ему сморозил, как показывал венгерки, вот такие вот. Вот, так что это я не болтун. И вот получается, заканчивается этот период. Знаете почему? Смотрите, 17 февраля у меня на кухне лежат 3 черенка, стоят банки. Один уже абрикос отцвел уже, ну, отрезан такой кусок. Второй распускается почки, и персика почки распускаются. Вот, это контрольные проверки. Вот. А уж такая вещь, как венгерка, она из косточки вырастет, не замерзнет, не только привитая на сливу. И вот этот момент, идем дальше.